На борту самолета находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа. В настоящее время 28 пассажиров находятся в терминале аэропорта. С ними, как я уже сказала, работают следователи и психологи. 5 человек доставлены в медицинские учреждения. Из 78 человек, находившихся на борту самолета, 37 выживших. Из них 33 пассажира и 4 члена экипажа. А сколько всего погибших в вечернем Москве? Спасибо. Мы пригоним это? Блин, я не знаю. Сколько всего пострадавших, скажите? Мы можем сказать, со сколькими живыми мы работаем. Значит, вот, соответственно, 34 пассажира и четверо членов экипажа. Это те живые, с которыми мы работали. Вот. О них я вам и рассказываю. Расскажите, пожалуйста.